На площади установлена выставка расписных лодок. По ним можно полазить, поиграть, что делают наши местные дети. Очень нарядно. Вечером тут горят фонарики. Очень красиво. Вот стилизация под подводную лодку. Внутри тоже есть подсветка, даже столики. Можно посидеть, устроить себе маленький пикник. Я зашла на одну из таких лодок вовнутрь. И оказывается, это автор Вероника Воложанникова. С любовью к Мурманску были созданы арт-объекты в рамках мероприятия к встрече баркасидов. Инициативная группа, объединившая архитекторов, художников, дизайнеров, решила дать вторую жизнь списанным шлюпкам. Да что это настоящие шлюпки? И катера. Металлическая поверхность. Силами команды 8 лодок были переоборудованы в малые архитектурные формы, а затем расписаны местными художниками. Таким образом, каждая лодка превратилась в уникальный арт-объект, наделенный своей уникальной историей. Интересная роспись. Если хорошо подумать, то каждая вещь может дать вторую жизнь. Вот это прекрасный пример. Такое замечательное событие состоялось сегодня. Благодарю всех, кто смотрел это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Заходите ко мне на канал и до новых встреч!